Около года тому назад к нам обратились за технологией производства полулитровых пластиковых бутылочек. Причем заказчика интересовала производительность 1 000 000 штук в месяц. Это в перерасчете дает порядка 1800 штук в час, что сделало этот проект действительно интересным. Мы подобрали ряд оборудования, из которого сложили автоматизированный, роботизированный, замкнутый производственный комплекс, для обслуживания которого вполне хватает одного человека. Прежде всего, это электрическая экструзионно-выдувная машина на целых 6 потоков, производство фирмы Лишан, в комплекте 6-местными алюминиевыми пресс-формами и станциями автоматической обрезки облоя. Потом дополнили это все станцией автоматической проверки на герметичность, дробилкой и миксером. А связали все это в кучу целой системой ленточных конвейеров и автозагрузчиков. Несколько месяцев оборудование изготавливалось, и потом еще какое-то время оно плыло сюда к нам в Украину. И когда оно уже наконец-то добралось до пункта назначения, мы столкнулись с проблемой номер один. Оказалось, что 4,5-метровый станок надо аккуратненько вытащить из контейнера и поднять эту 12-тонную махину на высоту 16 метров на второй этаж, туда, где она будет стоять. Следующим этапом стала сборка, а также серия коротких запусков в холостую и с материалом для того, чтобы убедиться, что у нас все работает так, как надо. Все, хорош. Еще раз. Да. Мы ж туда закрыли воздух. Сегодня. Нет, давай безопасно. А экструдер. Поклон. Сухой цикл. Запуск машины на одну станцию. Тест. Конвейера уже включены.
Металлодетектор. Немецкий. Помогает убрать весь металл с материала. Работает очень и очень хорошо. Стоит на всасе материала в бункер. Работает. Попали. Попадаем в бочку. Станция по весовому дозированию. Сегодня будем ее запускать. Будем сейчас собирать конвейер. Вот его показываю, какой он в разобранном виде. И будем его подсоединять к дробилке. Вот как соберем, снимем видео. Собрали. Включаем. Вот так он будет подавать сюда. Выпадает с одного конвейера на другой и идет к дробилке. Вот так это выглядит. Если включить дробилку, получится сразу же загрузка.